Айча. Еще один форвард вместо полузащитника. Но, в общем, как видите, значительно сильнее угрожает чужим воротам именно Ливерпузен, потому что Малибор вынужден раскрываться. И вот так вот Ульф Кирстен использовал свою, пожалуй, единственную за весь матч по-настоящему хорошую возможность нанести удар по воротам. На 93-й минуте как раз 3 минуты добавил судья. И на последней добавленной минуте Ульф Кирстен забивает мяч. Хотя здесь не видел мяча из-за защитника. Не знаю, нарочно ли Кирстен так ударил или так получилось. Но в любом случае гол получился хорошим. Какой-то аналог.